Всем привет, магазин Истехник, меня зовут Олег, мы в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас будет обзор лодки Риф Скат 370 с деревянным трансом, полностью забронированное дно. Мы забронировали дно лодки. Лодка у нас будет серо-желтая 370 с деревянным трансом, стандартная. Дно забронировано, меряем упаковку. После того, как забронировали дно, упаковка увеличилась у нас немножко. 1,30 м. 1,30 м. Высота у нас стала 45. Так, и ширина 65. Размер есть. Ну, банки, весла, вы уже знаете. 1,10 м на 40. Сейчас будем взвешивать забронированное дно. У нас есть весы. Взвесим ее. Итак, у нас на весах лодка Скат 370 с полностью забронированным дном. Дно забронировано. Смотрим вес ее. 61 килограмм. Лодка была забронирована вот таким вот привалом. Значит, ширина его 23 сантиметра. Вот он. Вот он здесь. Полностью все дно забронировано. Давайте взвесим дальше комплект. А сейчас еще взвесим к этой лодке банки и весла. Вот в такой сумке. Сколько у нас будет вес комплекта в общем? Сейчас посмотрим. 10 килограмм получается банки и весла. Ну, грубо говоря, 11. Там было 61. Получается 72 килограмма общий вес комплекта. Еще на эту лодку мы установим сегодня колеса быстросъемные, с нержавейки специально удлиненные. Сейчас посмотрим их вес. Так, их вес сейчас. Так, вес колес. Смотрим. 4600. Ну, в общем, в принципе, мы все взвесили. Сейчас будем качать лодку. Я вам все покажу дальше. Ну что, мы начинаем разматывать лодку, забронированную полностью с каждой серой. Вот так это вот выглядит, это желто-серая. Сейчас будем качать ее. Итак, мы накачали лодку Скат 370, желто-серая. Здесь полностью забронированное дно. Сейчас мы это все вам покажем. Ну, коротко пройдемся. Лодка с фурнитурой серой, красивенькой. Вот такие четыре ручки стоят, желтенькие, да. Высота у нас померим 36, высота транса 40. Ну, можем еще измерить высоту. Вот у нас будет забронированное дно. Высота ее составит 62 сантиметра. Высота 62. Интерцептор пластиковый. Транец у нас здесь влагостойкий деревянный. Перевернем, посмотрим. Ну, здесь аварийный клапан стоит на донышке. Ну и также два аварийных клапана стоят на двух передних баллонах. Вот они. Здесь ручки с двух сторон для переноски. Да? Леер идет. Вот мы перевернули лодку Скат 370, смотрим, дно полностью забронировано. Как идет бронь? Броня у нас 23 с шириной, вот она. Она идет до привального бруса, вот здесь вот видите, стыкуется. И пошла полностью бронируется баллон. Бронируем на всю длину. Все по привальный брус, вот. Можете посмотреть.
Такая бронь надежно защищает дно лодки от повреждений, если где-то на камень, на песок наезжаете. Это все надежно защищает бронь. Хорошая штука. Плюс еще бронь идет на пластиковый интерцептор. Вот здесь вот бронирует его. Тоже очень прочно защищает. Надежно. Где-то по мелководью, еще какие-то препятствия, да? Коротко хочу поговорить о швах на этой лодке. Значит, швы у нас вот. Вот шов. Как был склеен этот шов? Это два материала. Значит, вот лента снизу идет. Там внутри идет лента. На нее идет сверху материал. Стыкуется, прокатывается. Потом идет сверху вторая лента. Тоже соединяется. Два материала. И прокатывается. Швы очень надежные, крепкие. Все испытано, гарантия 2 года. Швы у нас клеятся клеем Texacol. Это итальянский клей. И используется немецкий отвердитель Desmadur. То есть швы надежные, практичные. Никаких проблем с ними нет. Мы рекомендуем, даем гарантию 2 года на швы. К этой лодке мы будем устанавливать колеса. Вот такие специально удлиненные, с нержавейки. Клиент хочет быстросъемные. Сейчас мы их установим и пойдем дальше, будем смотреть. Как мы устанавливаем колеса? Сначала сверлится 4 отверстия для площадки. Вот площадка. Сверлим мы, значит, восьмерочкой. Просверлили. Потом берем болты. Вставляем болты с этой стороны. Вот они. Но здесь, естественно, все сейчас пообработаем силиконом специальным водоотталкивающим. Все это у нас есть. Ну, вот так вот вставляем. Работаем силиконом и будем закручивать. Завершили установку площадок. Значит, они были засверлены в транец. 4 отверстия, 4 болта. Все это закручивается, силиконится. Устанавливается. Также установили кольцо для страховки двигателя. Здесь будет двигатель страховать колечко. Колеса у нас быстросъемные. Устанавливаем колеса. Вот защелкнули, все. Специально длинные колеса для под тритон. Не задеваем. Да? Вот оно. Второе ставим колесо. Все, есть. Колеса стоят. Сейчас будем устанавливать тент комби желтого цвета. Сейчас вам все покажу. Комплектуем дальше нашу лодку с К370. Это будет коврик Эва. Вот такой вот материал. Очень толстый, надежный. Защищает дно, выравнивает поверхность. Также будут две накладочки. Одна с сумкой. Вот они. Одна накладка простая, одна с сумкой. Все это установим. А сейчас я хочу сюда кресло поставить. Диван надувной. Посмотрите на него получше. Значит, надувной вот такой диванчик. Желто-серый. Он накачивается. Сейчас мы его накачаем. Я вам все покажу. Кресло накачивается. Здесь есть клапан. Сейчас мы его накачаем. Так. При накачивании, ну, упирается в баллоны, жестко фиксируется вот таким вот образом, и потом в нем будет сидеть. Вот его можно поставить там, можно спереди, но
Ну, в общем, здесь для пассажиров комфортно, удобно. Сейчас будем устанавливать на эту лодку Тент Комби Трансформер. Вот он, Тент Комби Спад, желтый, сетка. Он состоит из двух частей. Значит, носовая часть и задняя часть, палатка. Вот это у нас палатка, задняя часть. Это носовая. Это будет носовой тент. Дальше мы к нему пристегнем палаточку. Сейчас покажем. Хочу предложить приобрести у нас вот такую вот сумочку носовую. Из ПВХ, непромокаемую. Герметично закрывается. Вот здесь на молнии она. Очень вместительная, надежная. Вещи, которые будут в этой сумке, они не промокнут. Значит, ни дождь, ничего их не испугает. Так, сейчас. Ёмная, хорошая сумочка. Это носовую часть. Также можно потом ее зафиксировать. Вот здесь вот такими колечками приклеить к баллону. Это все есть, это все мы делаем. Вот такая желтенькая сумочка. Теперь носовой тент идет. Итак, мы установили тент, носовую часть от тента комби, трансформер. Желтое окошечко стандартное здесь, вот под номера. Так, натянули, поставили, все зафиксировали. Здесь алюминиевая внутри трубка, ее чуть-чуть надо подтянуть, чтобы вот натянуть его, да? Внутри подтягиваем. Здесь молния. Сейчас ставим ответную часть. Вернее, палатку ставим. Устанавливаем заднюю часть тента комби. Как это происходит? Здесь идет алюминиевая трубка. Длинную назад, короткую вперед. Вставляем вот здесь. Вот здесь тоже трубки. Здесь вот вставляется. Вот она сюда защелкивается. Здесь вот то же самое защелкивается с верхними трубками. И получается вот такая рама. Она ставится вот на фурнитуру, на вот такую вот лепешку. Приклеивается, потом к баллону приклеим. Дальше. Здесь молния носовой части. И мы соединяем заднюю часть молнии. Вот так вот, вот таким вот образом. Застегнули, здесь закрыли. Здесь тоже закрываем. И начинаем потихоньку сделать вот здесь натяжечку. И начинаем защелкивать за привальный груз. Крючками цепляем потихоньку. С одной стороны идем на ту сторону. И начинаем цеплять с этой стороны за привальный груз. Тоже немножко натяжку делаем. Вот так вот, да. И начинаем потихоньку цеплять. Заканчиваем установку. Все крючки зацепили, натянули. Красиво получается, все очень классно. Сзади вот такая вот. Так, молнию закрыли. Вот натянули. Вот такая вот здесь дверка будет сзади. Вот она сворачивается, фиксируется. Здесь. У этих дверей есть вот такая москитная сетка. Ночью, чтобы комары не взлетали, и, естественно, был отток воздуха. Вот так вот сворачиваем здесь пленку, да? И вверху фиксируем. Здесь есть защелки. Вот таким вот образом эту пленочку вверху фиксируем. Здесь затягиваем. То есть это вот защелка. Все, москитную сетку открыли. Что мы имеем внутри? Вот таким вот образом садимся в лодку. Здесь на алюминиевой трубке. Это надо будет все еще приклеить, выставить, натянуть, заклеить, зафиксировать. Вот таким образом здесь мы прячемся от дождя, от ветра. Ночью здесь, в принципе, можно спать как в палатке. Места достаточно, очень удобно, все практично.
Эксцелент трансформер на лодку скат 370 желтого цвета. Яркий, веселый цвет. Я думаю, всем поднимет настроение. По поводу цвета, можем сделать желтый, можем сделать вот такой пиксель, красный, вот эти все цвета, выбирайте, ОМОН, это все ткань Оксфорд, вот она. Цвета есть разные, под вашу лодку, под ваш вкус, все мы сделаем, изготовим, установим бесплатно. Тен-трансформер, он отсоединяется от носового, заворачивается вот таким вот образом. И его можно сложить вот так вот вперед на нос. Вот таким вот образом можно передвигаться без задней части. Она складывается на переднюю вот так вот часть ложится. И вот таким образом мы передвигаемся дальше. Нами был установлен на эту лодку мотор Yamaha 9.9. Это двухтактный мотор. У нас уже стоит 11 шага винт. Это мотор оригинальный, с гарантией по России, от официального дилера, 5 лет гарантия. Смотрим, как понять, что мотор оригинальный. Значит, должны стоять ямаховские колпачки. Аббревиатура на корпусе 63В02. Это везде на корпусе они ставят. Дальше идем. Да, дальше карбюратор обязательно должен быть оригинальный. Ну и вот такая вот ручка у всех японцев стоит сзади, вот она. У китайцев такой ручки нет. Это надо обращать внимание при выборе мотора. Здесь розетка, значит, такая 12 вольт. Так, смотрим дальше. Моторы мы отправляем по всей России. То есть заказывайте. Гарантия в любом дилерском центре в России. Дальше моторы мы предлагаем масло трансмиссионное для замены в редукторе. Масло предлагаем двухтактное Ямалюбе, оригинальное. Также оригинальные винты ямаховские. Это 11 шага винт. Пожалуйста, заказывайте, все это у нас есть. Мотор Ямаха. Установлены колеса трансовые. Сейчас продемонстрируем немножко, как это все двигается. Сейчас покажу. Вот таким образом это все передвигается. Не забывайте, у лодки забронированное полностью дно. Вот таким образом это все двигается. Также установлен носовой тент. Остекление номер 3. Защищает хорошо от ветра, от брызг. Ну и защищает вещи, которые будут в носовой части. Здесь у нас стоит диванчик надувной. Можно носовую сумку. Будут накладки мягкие и коврик Эва. Если заинтересовались приобретением лодки скат или мотора Yamaha, обращайтесь, пишите. Мы в Санкт-Петербурге. Меня зовут Олег Кудрик. Мы устанавливаем на лодку колеса, носовые тенты. Носовые тенты делаем любого цвета. Пишите, звоните, сделаем выгодное предложение, делаем подарки, скидки. Всем пока!